Начинаем обзор самого первого мешка кремовых футболок мужских. Кремовая категория означает, что товар, вещь была ношена совсем недолго или не была ношена совсем. Итак, первая футболка с надписью The Dolphin Experience. Так, вот такая футболочка полосатая. Размер L, large. Следующая футболка серая. Размера XL. Желтая футболка. Значит, тоже известного производителя одежды Фред Перри. Вот их товарный знак. Размер XL. Такая обыкновенная, плотная футболка с серыми вставками размера M. Черная футболка с красной надписью и красными вот такими вставками на, значит, на рукавах и на воротнике. Размер какой у нее? Размера не видно. Не распакованная новая футболка с биркой. Вот размера M. Далее. Следующая партия. Такая. Светлая футболка с синей, с голубым принтом размера XL. Полосатая, черная футболка размера M. Такая своеобразная, с бликами переливающаяся. Красная футболка, что-то между оранжевым и красным. Цвет такой неопределенный. Размер XL. Следующая футболка у нас с принтом, серая, и размер L. Интересная такая черная композиция у нас с белыми вставками в воротнике и на концах рукавов. Однако больше никаких принтов, надписей на этой футболке нет. Размер XL. Так. Зеленая футболка. Легендарный этот рисунок. Известный во всем мире. Тут троечка нарисована вышита, то есть размеры XXL. Adidas в своем репертуаре. Темная футболка с тремя полосами с обоих сторон, значок Adidas.
Сделано в Турции. Надпись гласит. Размер S. Нежно-розовая такая приятная футболка. Для лета. Вот. К сожалению, размеров нету. Спортивная. Чисто спортивная футболка, которую не наденешь на улицу. Разве что гопники в России. Вот размер, к сожалению, не виден. Снова футболка от Ральфа Лорена со своим фирменным изображением. Размер L. Так, здесь у нас необычный дизайн. Такие вот три пуговки я встречаю впервые. Размер футболочки M. Дальше у нас такой белый принт на красном фоне, очень бросающийся в глаза, сочный красный цвет, размера L. Здесь у нас безрукавка для домашней носки, я так понимаю. Размер XL. Домашняя носка, занять спортом. Далее. Темно-синяя футболка с пуговками поло. Обыкновенная, в принципе. Здесь такая надпись. И размер L. Не распакованная, зеленая. Прям приятного цвета такой ложится прям на глаз. Футболка от H&M. H&M. Ну, все знают, что такое H&M. По-любому. Значит, размеры. Голубая футболка с надписью East Coast. Так. Размер M. Такая. С необычным рисунком и непонятным. Футболка размера XL. Здесь у нас серая футболочка. Приятная на ощупь. Такая. Кажется, лен в ней есть. Размер M. Так. Эта футболка уже попадалась, по-моему. Кроссовок такой. Размера XXL. Синяя обыкновенная футболка размера L. Ничего особенного. А здесь уже стильная такая полосатая белая футболка размера S. Интересно. Здесь вот нежно-зеленая с принтом, такая приятная глазу. Футболка, сделанная в Таиланде, размер не знаю, как понять. Далее, тоже такая футболка Adidas, спортивная чисто, с номером 7. Ага. Чья это? Дэвид Вилла, вот она.
Черная, темная, черная футболка с надписью HIT. HIT размера L. Такая розовая, насыщенная цветом футболка размера M поло. Голубая футболка с интересным принтом. Интересным таким принтом. Значит, и короткими, заметьте, рукавами. Короткими рукавами. Так, какого же ты размера? Неизвестно. Здесь у нас любителей хоррора, рока. Значит, вот такая футболка с черепом и пулями. Размера М. Безрукавка. Голубая безрукавка, безобидная такая. Со львом. Размера S. Тоже для рокеров. Видимо, футболочка такая. Хард-рок. Кафе. Размера L. Так, футболка. Ничем не примечательна особо. Принт. Такой небольшой есть. Такого цвета благородного. Далее. Клетчатая футболка, наверное, для хипстеров. Или что-то вроде этого. Любителей винтажа. Размера L. Здесь у нас тоже ничем не примечательная футболочка для повседневной носки размера XXL. Посмотрим. Так. Остается совсем чуть-чуть до конца нашего обзора. Такая футболка синяя размера M. Ну, видно, да, прекрасно. А здесь у нас целая радуга цветов. Посмотрите, какая яркая футболка на белом фоне. Целая палитра расположилась из самых ярких цветов. Для ярких людей такая футболка очень подойдет. И размер у нее XXL. Здесь такая для повседневной носки футболка с принтами, с вставками, аппликацией такой. Размер не указан. Бросающиеся в глаза футболка с названиями городов: Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Токио. От Тома Тейлора, кстати, размер L. Здесь тоже что-то похоже на хипстерское или винтажное. Значит, такого цвета, такой вот текстуры. Размеры S. Здесь мультяшный принт. А может быть, реклама Уолта Диснея. Возможно, эта футболка была выпущена в честь юбилея этой компании.
Так, размер я ищу. Нет размера. А здесь есть. Здесь размер S. Такая солидная. Обращающая на себя внимание футболка. Приятного цвета. Видите? Значит, принты не смыты, не размыты. Все надписи целые. И последняя партия, которую мы вам сегодня покажем из этого мешка. Футболка желтого цвета, поло. Обыкновенная. Обыкновенная для повседневной носки. Но яркая, обращающая на себя внимание. Здесь у нас какой-то непонятный водолаз для... Так, для любителей психоделики, возможно, подойдет. Размер L. Так. Интересно, что произошло в 1928 году, что заставило нанести эту дату принтом на футболку. Мне это интересно. Размер M. Черная футболка со знаком, если увидите, Volvo. Размером L. Здесь у нас розовая футболка с названиями East Coast, так я понимаю, South Bay, Risco Bay. Это, конечно, мне ни о чем не говорит. Так, размер XL. Такая приятно гармонирующая, я бы сказал, футболка. Интересная комбинация цветов. Она, в принципе, не яркая, но хорошо сочетается. Здесь мы видим размер L. Это последняя футболка на сегодня. Благодарим за внимание. Если есть вопросы, обращайтесь к нам в личку. И скоро мы предоставим вам еще новых обзоров. До новых встреч!